Вы в курсе, что Латвия самая вымирающая страна? Хуже нас ситуация только в Сербии, она на третьем месте, Литве и Украине, которой приходится 18 смертей на 1000 человек. В Латвии же практически 15 смертей на 1000 человек, но только в Украине жило 42 миллиона человек, а в Латвии и двух лямов нету. Там Латвия не вкладывает деньги в свое население, чтобы как-то исправить ситуацию и повысить рождаемость. Нет, она донатит по 40 лямов в самую вымирающую страну в виде Украины. Она малюсенькая страна, находящаяся на четвертой строчке самых вымирающих стран, вкладывает бабки в самую вымирающую страну. Ну не охрененно ли? При этом у Латвии нету денег на онкобольных. У нас нету денег на то, чтобы достроить то, что мы начали строить в виде Rail Baltic. На кой хрен мы ее вообще тогда начали строить? При этом всем у наших чиновников еще и нету совести, летая частными джетами за счет налогоплательщиков на сотни тысяч евро и потом просто лишаясь должности. Но никто не сел. Скажите много, уважаемые правительство Латвии. Каждый день кормите в новостных порталах о том, что вот-вот близится война с Россией. То, что надо защищать наши границы. А кем мы? Кем мы собираемся защищать наши границы, когда у нас уже скоро не будет населения? Когда у нас говорят про патриотичность, про то, что нужно любить Латвию, свой язык, а потом политик, который является чуть ли не главным лицом этого государства, разбазаривает бабки. И когда эти бабки разбазарены, правосудие не работает. Оно никаким образом этого человека не ведет под статью, потому что он разбазарил то, что вредит Латвии. Да этих политиков должны защищать девушки, которых вы хотите обязательно призывать в армию. Эту родину, которую вы довели до четвертой строчки самых вымирающих стран, должны защищать наши девушки. Где ваша защита нашего населения? Где ваша защита наших денег, чтобы их не разбазаривали на всякую херню? Что это за патриотичность и любовь к родине такая, что ваша страна только вымирает?